слушаете подкаст «G значит гинекология», в котором мы говорим о женском здоровье. Меня зовут Кристина Никулина, я врач-акушер-гинеколог, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – бренд тестов экспресс-диагностики для женщин «Фрау Тест». По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 48 миллионов пар, которые не могут иметь детей. Из-за этой огромной проблемы многие пары начинают планировать детей заблаговременно, и, к счастью, таких пар становится все больше. Итак, с чего нужно начать, если вы планируете беременность? Первое. Планируя детей, обоим родителям важно заранее избавиться от вредных привычек. Это курение, не только активное, но и пассивное, употребление алкоголя, уменьшить потребление кофеина, а также больше внимания уделять полноценному питанию, особенно во время беременности. Также женщинам рекомендуется уделять время физическим нагрузкам. Перед тем, как женщина планирует забеременеть, следует обратить внимание на индекс массы тела. Нормальный индекс массы тела для планирования беременности – это от 20 до 25, потому что как дефицит массы тела, так и избыток могут повлиять на наступление овуляции и, как следствие, возможность забеременеть. Каждая из вас может самостоятельно посчитать свой индекс массы тела, просто вбить в интернет в поисковике калькулятор индекса массы тела, нужно будет знать свой рост и вес, после чего программа легко вам посчитает индекс массы тела. Также женщинам для планирования беременности рекомендуется начать прием фолиевой кислоты до зачатия. Стандартная дозировка – это 400 микрограмм в сутки, иногда пациенткам требуется больше, например, 800, но эту дозировку индивидуально подбирает доктор на приеме. Ваш партнер также вместе с вами может начать принимать фолиевую кислоту. Для чего она нужна? Фолиевая кислота формирует нервную трубку плода. Это такая трубочка, из которой развиваются органы у ребенка. При этом, если будет дефицит фолатов, иногда существуют внутриутробные дефекты, и развитие органов идет неправильно именно на фоне дефицита фолатов. Поэтому фолиевая кислота за 3, иногда и 6 месяцев до наступления беременности показана всем женщинам. Также парам, планирующим беременность, очень важно позаботиться о себе и рекомендуется избегать попытки забеременеть при острых заболеваниях либо при обострении хронических заболеваний. Поэтому сначала нужно дообследоваться у разных специалистов, например, стоматолога, терапевта, эндокринолога, если у вас есть какие-то хронические заболевания, и исключить их обострение. Какие анализы нужно сдать для того, чтобы планировать беременность после того, когда вы уже посетили гинеколога? Первое – это общий анализ крови, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты и так далее, а также общий анализ мочи. Здесь нужно рассказать подробнее, как общий анализ мочи правильно собирать, потому что многие пациентки сталкиваются с проблемой. Общий анализ мочи – это обязательно утренняя порция мочи. Перед сбором анализа нужно обязательно подмыться, желательно прикрыть влагалище тампоном, первую порцию мочи спустить в унитаз и только потом уже помочиться в баночку. Таким образом, анализ будет максимально достоверным, и никакие выделения не повлияют на его результат. Следующие анализы – это кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С. Эти анализы нужно сдавать обязательно обоим супругам. Также нужно сдать группу крови, резус-фактор, как женщине, которая планирует беременность, так и ее партнеру, потому что в течение беременности могут возникать резус-конфликты. Например, если у женщины будет отрицательный резус-фактор, а у мужчины положительный, ребенок может быть положительным резус-фактором, и тогда у мамочки с ребенком будет резус-конфликт. В процессе наблюдения беременности ваш доктор обязательно подскажет, что нужно сделать, чтобы у мамочки и у плода не было резус-конфликта. Также нужно сдать анализ на инфекции. Это обычный мазок и ПЦР на инфекции, передающиеся половым путем, как женщине, так и мужчине. И основной анализ, про который часто забывают при планировании беременности, это анализ на ТОРЧ-инфекции. Анализ, который проверяет антитела к краснухе, токсоплазме, герпесу и цитомегаловирусу. Это количественный анализ с титром антител. То есть мы должны знать, что есть иммуноглобулины G и иммуноглобулины M. В этом анализе мы их и проверяем как раз-таки к этим перечисленным инфекциям. Иммуноглобулин G показывает, есть ли у пациентки иммунитет, например, к краснухе. То есть если в анализе будут какие-то циферки, значит, у нее была вакцинация, либо она переболела когда-то в детстве, и антитела появились, поэтому иммунитет у пациентки есть. А иммуноглобулины М показывают наличие острого процесса. То есть, если она сейчас болеет токсоплазмой, краснухой, герпесом или цитомегаловирусом, это противопоказание к планированию беременности.
Если мы проверяем антитела краснухи и у пациентки их нет, то обязательно нужно провести вакцинацию от краснухи и потом в течение 3 месяцев предохраняться от беременности. Потому что если антител от краснухи у пациентки нет, и она вдруг заболеет краснухой уже во время беременности, это показание к прерыванию. Также партнеру необходимо сдать спермограмму для того, чтобы оценить количество, качество и показатели спермы. И нужно сдать гормоны крови. Во время планирования беременности очень важно уделить внимание анализам на гормоны, которые подскажут, стоит ли проводить лечение, есть риск развития патологии плода или нет. Следует это делать перед наступлением беременности для того, чтобы обезопасить и себя, и будущего малыша. Давайте будем разбираться, какие основные гормоны нужно сдавать и на что они влияют. В первую очередь это фолликулостимулирующий гормон или ФСГ. Он отвечает за созревание яйцеклетки, выработку эстрогена, и этот гормон является показателем репродуктивного возраста женщины. Также одним из важных гормонов является ЛГ, либо лютеинизирующий гормон. Он влияет на стимуляцию овуляции. Это тот гормон, который достигает своего пика именно в период овуляции. Кроме овуляции, его основная функция – это выработка эстрогена и прогестерона, которые будут обеспечивать подготовку эндометрия к имплантации эмбриона и способствовать развитию беременности. Также одним из важных гормонов является пролактин. Он имеет эволюционное значение и в некоторой степени защищает женщину от наступления следующей беременности до восстановления ее организма после родов. Пролактин может быть повышен только в 2 ситуациях. Это является физиологичным или нормальным. Это в период беременности и в период лактации. Во все остальные периоды, если вы сдали кровь на пролактин и он повышен, это является не нормой и является поводом обратиться к гинекологу. Также следующим основным гормоном является эстрадиол. Он регулирует менструальный цикл, формирует яйцеклетку и подготавливает матку к зачатию. Это главный половой гормон женщин репродуктивного возраста, который вырабатывается яичниками. Также стоит отметить, что постепенное снижение эстрогена – это нормально, так как оно наблюдается при естественном угасании репродуктивной функции женщины при старении. Основные гормоны, которые женщина сдает при угасании своей репродуктивной функции – это ФСГ, ЛГ и эстрадиол. Также нужно следить за гормонами щитовидной железы – это ТТГ и Т4. Это поможет пациентке быть уверенной в том, что овуляция не нарушена. А также основные гормоны, которые нужно сдавать – это тестостерон и ДГА-сульфат. Они направляются на работу яичников и развитие в них фолликулов. Кроме сдачи анализов крови, пациентка может проверить работу гормона ЛГ и происходящую овуляцию самостоятельно в домашних условиях. У партнера нашего подкаста есть специальный набор для планирующих фрау-тест Planning, который поможет тебе отследить 2 наиболее благоприятных дня для зачатия, а также определить состоявшуюся беременность на ранних сроках. В составе набора 7 тест-полосок, 5 на определение овуляции и 2 теста на беременность. Использование теста на овуляцию предполагает контроль за уровнем лютеинизирующего гормона, чтобы не допустить выход созревшей яйцеклетки из фолликула. А если все сложилось удачно, то за 2-3 дня до предполагаемой задержки менструации можно будет провести тест на беременность. Такое раннее определение беременности возможно за счет высокой чувствительности фрау-тест к гормону ХГЧ. Благодаря немецкому контролю качества и современным технологиям достоверность полученных результатов как тестов на овуляцию, так и тестов на беременность составляет выше 99%. При планировании беременности также необходимо выполнить УЗИ органов малого таза. Желательно выполнить его 2 раза. Это на 5-7 день цикла для того, чтобы оценить структуру матки, эндометрии и наличие разных аномалий. А повторное УЗИ выполняется в середину цикла, либо после уже свершившейся овуляции, для того, чтобы проверить, была овуляция или нет. Также необходимо выполнить УЗИ щитовидной железы и УЗИ молочной железы для исключения патологии и сдать коагулограмму. Это показатель свертываемости крови. Это основные обследования, которые нужно сдать партнерам для планирования беременности. И важно понимать, если у вас ранее были выкидыши или в семье был случай наследственных заболеваний, замерших беременностей, самопроизвольных абортов, то нужно обратиться на консультацию в медико-генетическое консультирование. Существует анализ, который может оценить генетические риски развития таких проблем у плода и у женщины. Это корректируется медикаментозно еще на этапах планирования. Анализ выполняется в течение 7-10 дней, и по результатам гинеколог, а также генетик решают, нужно ли вам дополнительное лечение или нет, чтобы профилактировать вышеуказанное осложнение в будущем.
Все эти пункты и особенности обследования перед планированием беременности очень важны. Это поможет не только забеременеть, но и снизить риски осложнений при вынашивании беременности. Фрау-тест – это всемирно известный бренд тестов экспресс-диагностики для женщин, который уже 30 лет занимает лидирующие позиции на российском рынке. Отличительная особенность фрау-тест – это комфорт и простота в использовании, получение лабораторной точности в домашних условиях. Очень важно, чтобы каждая женщина могла самостоятельно позаботиться о своем здоровье и почувствовать уверенность в результате. Фрау-тест помогает определить беременность уже на раннем сроке, спрогнозировать овуляцию, а также выявить молочницу, повышенную кислотность или наступающую менопаузу, не выходя из дома. Миллионам женщин в России хорошо знаком слоган марки. Фрау-тест – это тест, которому доверяют. Для того, чтобы выбрать подходящий тебе тест, переходи по ссылке в описании. Это подкаст «G значит гинекология». С вами была Кристина Никулина. До новых встреч!